Вам надо 10 раз подумать, прежде чем начать ремонт. И лучше ограничиться все-таки косметикой. Потому что если вы хотите, ну, капитально что-то перестроить, проще купить новую квартиру. Естественно, это будет не ваш привычный район, а какие-то сучьи выселки, но зато проблем меньше со строителями. Потому что быстрый и качественный ремонт в России невозможен по сути, если вы не привлекаете иностранцев. Как-то, допустим, турок или китайцев. Те работают нормально, быстро и понимают, что перерасход материала – это тоже не очень хорошо. Примерная ситуация, наверное, была и в Древней Греции, потому что там на помощь призывали богов. И один из таких богов – Меркурий, бог с крылышками на сандалиях. Вот. Небесное создание, оно у нас в городе Магнитогорске обитает. Потому что единственная фирма, которая, ну, меня, по крайней мере, сейчас удовлетворила, по всем показателям, это она. Фирма «Меркурий» располагается на Октябрьской, 9, офис 9. Чем она занимается? Она занимается натяжными потолками. Натяжные потолки, пожалуй, самая натянутая тема. Ими не занимается только ленивый. Как, впрочем, и окнами. Естественно, кто первым встал, того и тапки. Но отдельно и честно надо признать, темпы и качество работ меня лично удивили. Да с «Меркурием», походу, всегда так. Вы дольше времени обдумываете дизайн и конфигурацию потолка, еще дольше времени выбираете цвета. Время это может растянуться до бесконечности, если цвета выбирает, естественно, более одаренная вторая половина. А затем уже и внимание. Сюжет этот длится чуть более 5 минут. Еще раз внимание. Процесс склейки, раскроя и натягивание потолка с монтажом электропроводки и конструкции в двух уровнях занял не более 5 часов. Я, честно говоря, немного так офигел от этих сроков. Естественно, для демонстрации мы выбрали самые дорогие навороченные материалы и светильники. Для демонстрации максимальных возможностей, естественно. Было решено обвести трубы и сделать 12 дыр в потолке. Это очень, поверьте, очень серьезная работа. И она, естественно, стоит денег, но она того стоит. И сегодня идеально ровное и долговечное покрытие, и это, естественно, натяжные потолки. Итак, мы купили квартиру, поменяли ее, дай бог. Может быть, подарили, может, по наследству досталось. Вот, заходим, видим стены. Ладно, стены покрасили, там ободрали, обои налепили, все понятно. С потолком что делать? На каждом потолке у нас есть стыки. Чем закрывать можно? Стыки можно либо гипсокартон делать, либо натяжные потолки. Если мы работаем с гипсокартоном, во что мы упираемся? Ну, как бы тут сроки изготовления, неделя-полторы, как бы много затрат времени, много. А если, допустим, ну, что-то случилось, соседи сверху затопили, что с этим гипсокартоном делать? Тут уже вариантов нет никаких. Либо он трескается, как бы, либо его красить заново надо будет. Натяжные потолки в этом случае выигрывают. Они выдерживают воду, можно слить и обратно поставить потолок с ним. Он не деформируется, с ним ничего не происходит. Сегодня все денежки считают. Давайте расскажем, сколько у вас стоит самый бюджетный потолок поставить. Ну, к примеру, на среднюю комнату 15 квадратных метров. У нас зависит цена от площади. Чем больше площадь, тем дешевле за квадратный метр. Ну, примерно 15 квадратов. Ну, около 1008,5-9 обойдется все вместе. Плюс дополнительные работы, люстры, трубы, если есть, потолочная гардина. Если без сложности, просто ровный чистый потолок, без сложности каких-либо двухуровневый, там, и так далее, то получится где-то 8-9,5 вот так вот еще обойдется. Понятно, что чем навороченней, тем дороже, естественно. Можно ли выполнить, ну вот, допустим, двухуровневый, трехуровневый потолок? Да, можно. Ну, тут по желанию клиента. Мы как бы, если клиенты выбирают уже сами, что они хотят, либо это будет круг, либо овал будет на потолке, либо также с кольцом, но это уже трехуровневый получается, если кольцо, круг внутри просто. Либо делают через разделитель, вровень просто через разделитель, специальный профиль разделительный ставится. Можно другой цвет поменять, либо комбинирование делают. Получается, сваривают полотна разных цветов. Наверное, очень красиво получается. Да, красиво. Ну, двухуровневый чуть дороже получится, но будет эффект получше, чем либо комбинирован, либо через разделитель. Естественно, на рынке представлено очень много фирм, которые занимаются потолками. Сейчас потолками, по-моему, только ленивый не занимается. Модное дело, окна и потолки, да. Что мы можем предложить магнитогорцам, чтобы они ориентировались на вашу фирму?
Ну, во-первых, у нас коллектив, монтажники работают уже, как бы не меняются, работают уже постоянно. Как бы все-таки опыт, качество, как бы, я думаю, цены такие, я думаю, цена соответствует качеству, так скажем. Ну, а если, допустим, у меня трехкомнатная квартира, если я в вашей фирме закажу все потолки, что, получу взамен? Да, можете получить большую, как бы, ну, хорошую скидку. И мы, в принципе, раскрыли все секреты и все технологии, но не секрет главный. Непонятно как, но в этой фирме какой-то абсолютно ровный дух и настрой на творчество. То есть каждый понимает, что он конкретно должен сделать. И одна голова хорошо, но когда их 10, лучше. Помноженных на соответственное количество умелых рук. Теперь экономическая составляющая. Про эмоциональную чуть позже. Выводить в идеал строительными смесями потолок в самом простом случае дешевле. И с этим не поспоришь. Будь это туалет, коридор или ванна. Правда, эти места самые подвергаемые затоплению. И тогда песня-то другая будет. Из гипсы можно лепить практически все. И мы в последнем рекламнике видели, ну, просто фантастические конструкции. Но зная, сколько уходит крепежа, отделочной, финишной шпатлевки, краски и, главное, рук, в смысле цены работы, и эта цена станет в разы дороже. И мы даже не говорим про сроки. Вывод? Естественно, натяжные потолки. Теперь почему Меркурий? Еще раз напомним, Бог самый быстрый. Не видел я, честно, ни одного человека, делавшего ремонт, и не зачудоханного, постоянно сдвигающимися сроками. И вы можете сделать потолок и в первую, и в последнюю очередь. Но если это в первую очередь, то удовольствие от того, что что-то уже сделано, вам гарантировано. А если в последнюю, то после мгновенного окончания ремонта, оконченного Меркурием, у вас останется одно желание – шпатели, краски и строительный мусор засунуть вашим горе-творцам, ну, тем, кто протягивал ремонт, в соответственное место, потому что вот так надо работать. И на джулаяк, так сказать. Ну, можно, конечно, уложиться и дешевле самого дешевого. То есть один уровень и одна дырка под люстру, и это вообще от 6000 рублей. Но в потолок смотрим, когда рождаемся и когда умираем. Так пусть же это будет произведение искусства. Естественно, такое удовольствие не дешевое. Ну, потолок в двух уровнях с 10 светильниками. Ну а как по-другому? Чтобы показать вам, ну, темпы работ. Темпы работ за практически 12 часов. То есть от момента нашего проектирования, скажем так, выдумывания невозможного до реализации. Естественно, нельзя сделать все. И если вы, ну там, уж совсем продвинутый человек, то попробуйте из гипсокартона. Ну вот так вот, за 12 часов все было сделано. Что можно сделать дешевле? Естественно, потолок в одном уровне, это 8000 рублей. Естественно, потолки и меньше будут стоить дешевле. И в любом случае, это самый быстрый показатель и соотношение качества выполнения работ. И где фирма «Меркурий» располагается? Здесь, на Октябрьской, 9, офис 9.